касается божественности Христа, Христос делает вещи, которые может сделать только Бог. Он прощает грехи, Он воскрешает из мертвых, и вот, наверное, самое главное из того, что Он делает. Повелевает. До этого не было, да? Повелевает природу, да? Или разрешал, где не было разрешено. Ну, своим именем не воскрешал никто. Да, то есть Господь говорит о том, что, ну вот тот же самый текст, который мы читали, да, разрушьте храм сей, и я в три дня восставлю его. То есть ответственность за воскрешение он берет на себя. Он не просто говорит, что товарищ сейчас воскреснет, да, или не дает пророчество, что он будет жив, а он говорит, что я сам воскрешу свое тело. Вот о чем я говорю. То есть, когда пророк или апостол, кто-то еще воскрешает людей, ведь там и Петр там воскрешал, да, там еще кто-то, это делалось всегда силой Бога. Да, то есть, люди молились, люди там призывали к Всевышнему, он это делал. Здесь Господь обещает сделать это своей силой. Да, воскрешать имеет право, имеет возможность.